Всем здорово, что я там. Наконец-то я могу снять видео, потому что я заболела. И это видео 50 фактов обо мне. Начинаем. Я 3 года жила в Таиланде. В Таиланде в школе я была популярной. Мой любимый цвет розовый. Я не могу довериться человеку сразу. У меня есть собачка. Играя с моим дядей в игру крокодил, я сломала себе 2 передних зуба. Если что, они были коренные. У меня никогда не было парня, так что я свободная личность. Любила человека 7 лет. У меня нету родных братьев и сестер. В Таиланде я со своими подругами пробиралась в чужие дома. Мы пили колу, мы что мы там только не делали. Только в 13 лет я поняла то, что умею петь. Танцую уже 12 лет. До 11 лет я могла заплакать над чем угодно. Короче, я была беззащитным ребенком, меня было легко обидеть. Я ранимая была. Вот. В детстве я попробовала ёршик для туалета. Ну а что, я все в жизни попробовала. Я люблю шоколад. Вообще любой шоколад. Мне можно вообще любой дать шоколад, я его съем вообще. Родилась в Благовещенске. Я боюсь индусов. Ну, в смысле, внешность у них какая-то страшная. Я не болела ветрянкой. Кстати, мой папа и моя бабушка тоже не болели ветрянкой. В детстве я выпила грибок для ногтей. Выиграла главную женскую роль в Ералаше. Я обожаю слаймы. У меня их где-то уже 5 штук. Я их люблю. Играю в Sims с 6 или 7 лет. В детстве я хотела себе такую работу, где бы я могла бы научить танцевать лебедей. Обожаю ужастики. Я, например, смотрела все ужастики, но я никогда не боюсь вообще ничего. Я смотрела «Оно», я смотрела «Заклятие», я смотрела «Бабадук», потом что еще смотрела? Я смотрела «Звонок», я смотрела «Второй звонок». Что еще есть? Короче, очень много всяких фильмов, и я ничего не боюсь. Вот. Ну, разве что. Бабадук. Бабадук. До сих пор играю в кукол. Да, я маленький ребенок. Да, Мелани 14 лет, а что бы нет. Ну, я, в смысле, я не так играю в куклы. Я люблю делать всякие сюжеты, фильмы. Мне нравится снимать видео, по мне видно, да. Хочу стать фотографом или режиссером, а возможно и дизайнером, потому что в Sims 4 я делаю такие классные дома. Если хотите летсплей по Sims 4, то в комментариях пишем. Я еврейка. С детства у меня карие глаза, но недавно они начали у меня меняться на зеленые. То есть при свете они у меня такие зелено-карие, а даже зеленые. А когда я в темноте, видно полностью, что они у меня коричневые. Я не конфликтная. Мой вес 47 килограмм. Мое любимое животное это пантера. За всю мою жизнь у меня было 3 лучших подруг. С 10 до 13 лет я была поклонницей Егора Крида. Вот. Моя любимая певица Ариана Гранде. Ариана! Однажды я наорала на учительницу. Да, я помню это. Это было в тайской школе. Я на нее так жестко наорала, то что половина класса стала за меня, а 3-2 человека пошли к ней. А потом они типа такие подошли ко мне и такие: молодец, Милана, просто надо было же учительницу поддержать, чтобы 5 получить. У меня нет никаких аллергий. Я шопоголик. Жесткий, вообще просто. Мой любимый магазин H&M. Обожаю обувь на платформе. Только сейчас я в тапках. Обожаю чипсы со вкусом краба. Это же все, это же моя любовь, это моя страсть. У меня черный пояс по тэквондо. Мой любимый праздник Новый год. Я скорпион. Я трипофоб. Когда мне показали, что это такое, у меня даже сейчас мурашки по коже. Короче, идите посмотреть, что такое трипофобия. Забейте в интернете. Я не буду оставлять здесь никакую фотографию, чтобы я потом сама не обрыгалась при монтаже. Мне нравится читать рэп.
Макарикалки, мигалки, мой Новый год тут снова гадки. Что принесет мне Санта, где подарки, может быть, жену. Если русский Дед Мороз, тогда он принесет войну. Шутники и юмористы разгромили нам страну. И в голове подумка перебирает идеи, будто бы ёмный бог. Мечтаю увидеть какую-нибудь популярную личность, потому что я ни разу не видела никого. Я хочу увидеть хоть кого-то, мне хоть Пугачёву занесите в дом, я не знаю, уже мне уже скучно. Мое самое первое видео было загружено в 2013 году, даже в 2012, по-моему. И на том видео набралось миллионы, миллион просмотров. Я снимала мои телпони. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки или дизлайки. Была бы здесь Ира, она бы заткнула мне рот. В общем, ставим лайкусы, дизлайкусы. Мне вообще как бы пофигусы. Да. Пишем комментарии. Можете вообще любой. Можете написать помидор, можете написать баклажан. Ничего себе. А что, война началась? Или что? Я думаю, мне надо заканчивать, а то как-то именно мне страшно. В общем, всем спасибо за просмотр. Я вас всех люблю. До скорой встречи. Пока!